Наталья Кончаловская. Про овощи. Жил один садовод, он развел огород, приготовил старательно грядки. Он принес чемодан полный разных семян, но смешались они в беспорядке. Наступила весна, и взошли семена. Садовод любовался на всходы. Утром их поливал, на ночь их укрывал и берег их от холодной погоды. Но когда садовод нас позвал в огород, мы взглянули и все закричали: никогда и нигде, ни в земле, ни в воде, мы таких овощей не встречали. Показал садовод нам такой огород, где на грядках засеянных густо. Огурбузы росли, помидоры росли, среди свекла, чеснок и репуста. Сельдерошек поспел, и моркофель дозрел, стал уже осыпаться спаржовник. А таких баклажков, да мохнатых стручков, испугался бы каждый садовник. Мы корзину несли, но решить не могли, как же быть с овощами такими. То ли жарить их нам, то ли парить их нам. Ну и съели их просто сырыми.